Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы проведем урок с учащимися детской школы искусств 2 и 6 классов. Основная цель настоящего занятия будет наиболее точное прочтение нотного текста и попытка переложить нотную запись в удобное расположение рук и пальцев, подобрать правильную педализацию и другие средства музыкальной выразительности. Также обобщить музыкально-слуховые представления ученика, связанные с творчеством композитора, сформировать представление об особенностях композиторского стиля. В начале видеоурока вы увидите занятие с учащимся 2 класса Мильштейн Эмилией. Работа над произведением Йозефа Гайдена «Соната дивертисмент ре мажор», первая часть. Идеально звучит. Либо первыми к фортепиано обратились Гайден, Моцарт и Клементи. С них начинается период, собственно, фортепианной музыки, зарождение и формирование раннеклассического фортепианного стиля. Гайден и его современники ориентировались на беспедальные инструменты. Этим и можно объяснить отсутствие указания о применении педали и господство музыкальной фактуры, рассчитанной на исполнение без помощи педали. Как правило, все выдержанные аккорды и басы выписывались полностью, так, чтобы их можно было удержать руками до конца звучания. Можно еще что сделать? Можно эту крайнюю ноту держать четвертью, а ведь можно и восьмой, а можно ее регулировать вообще как угодно. Ну, так, наверное, не будет. Я просто высоко не привык сидеть. Ага. Поэтому, конечно, вариант, когда... А вот, знаете, чем здесь педаль опасна? Все-таки, когда тихо, а тут написано тихо, педаль, она накапливает звук и делает громко. Без педали тише звучит, а с педалью чуть громче. Можно сделать тогда тихо и громко. В итоге я лично выбираю в окончательном варианте исполнение именно этого места в этой сонате без педали, именно так, как написано в нотах. Движение шестнадцатыми. В итоге, основываясь на собственном опыте игры сонат Гайдена, я играю вообще не применяя педаль, либо только пальцевую педаль. Я считаю, что особенно это место, на котором мы остановились, учащиеся второго класса, нужно исполнять без применения ножной педали. Исполнение текста именно так, как написано, это движение шестнадцатыми, полностью может удовлетворять звуковым требованиям стиля. Гайден не оставил нам никаких метрономических обозначений. Поэтому для верного подбора темпа следует пользоваться рядом правил. Учитывать характер музыки. Верхняя граница определения темпа должна быть ориентирована на ясность звучания наиболее коротких по длительности нот. Из-за чрезмерно быстрого темпа не должна нарушаться ясность и ритмическая четкость звучания произведения в целом. Существенное значение при выборе темпа имеет артикуляционное обозначение и орнаментика. В таком темпе, да, будете его играть? Ну, мы уж как сможем. Чуть-чуть мы подвинем. Не, хороший темп. Чуть-чуть подвинем. Чуть-чуть. Ну и контрасты у вас, в принципе, здесь есть. Тихо, громко. Да. Какое? Движение.
чуть-чуть, мы не такие играем. Мы играем вот так. Вот так. Мы все попроще играем. У вас тут как-то сильно заморочено все. Хорошая форта, а здесь пиано. А если вообще... У меня тут с пиано начинается. У вас где? Вот здесь, да? Да. А здесь форта у вас? Здесь тоже пиано. Ну, я это имею в виду, как угодно, просто чтобы была разница. Если... Хорошо. А вот, а если вариант, как написано... Просто как написано. Еще такой вариант есть. Вот смотри, ничего не добавлять, ничего не добавлять. Я не знаю, кто это исполняет. Вот такой темп, кстати, мне больше нравится. Вот, конечно. Да в чем, я сейчас сам так же точно сыграю. Работу с учащейся 6 класса Кишинек Марии.
над произведением Фредерика Шопена «Вальс 100 диез минор». Цель занятия – раскрыть характерные особенности музыки данного произведения, познакомить ученика с пианистическими приемами, раскрывающими стилистику музыки Шопена. Артикуляция, ритм, педализация, приемы полифонического изложения. Чересчур быстро. Может быть, и общий темп будет. Давай еще раз сначала вместе. А только уже без педали. Без вообще педали убери. Ага, пальцевую педаль. Да, и вот сразу здесь без педали слышно, что в левой руке четверти, а у тебя где-то 16-я, наверное. То есть вот эти ноты, они подлиннее, они
отношении без акцента. Здесь главное сделать паузу. Смысловая пауза. Еще, вот я хотела спросить еще по поводу, вот если брать телефон, это вот все как одну строчку большую, вот, и если его взять, то замедлять нужно перед ним, чтобы обратили на это украшение внимание, или не нужно? Ни в коем случае, наверное, не нужно. То есть играть все в одном темпе, вот как оно есть? Да, тем более здесь выписан ровный темп, вот написано ровный ответ. Ну давай попробуем ровно сыграть. Все-таки синкопу надо, ну попробуй синкопу сделать. Да, есть. Они же потом будут синкопы везде эти. Остановись, ты делаешь вот так. Две паузы. А здесь паузы нет, а здесь есть. Смотреть не вот так, а вот так. Будет правильно. Музыка не рвется, а дыхание прерывается. Так, и уходи от стаката. Никакого стаката здесь нет. Смотри. Смотри.
соглашусь, что будет на педали. А вот это си держится пальцем. Чистить, чтобы не было вот такого вот. Секунды. Не должно быть. А потом педаль. Чтобы вот такой. Без призвуков. Без вот этого. А вот здесь громче. А ну-ка вот попробую погромче поиграть. Ну и не надо, я же тебе помогаю. А это
чуть побыстрее поиграем. Еще раз. И... Что я делаю, Мария? Я стараюсь не делать движения руки. Чем меньше движений, тем быстрее музыка. Не раз, два, три. Два движения. Раз, два, три. Одно. Раз, два, три. Очень хорошо. Да. И правой то же самое. Правое одно движение. Последний раз потише надо заканчивать. Ну давайте этюд.